нас объект на самом деле будет один, это смотровая площадка на самой фабрике. Вот. Вы посмотрите, какая красота. Сегодня, находясь на этой большой строительной площадке, мы работаем с инвестором с вопросами, связанными с поддержкой государства с точки зрения строительства дороги. Вы вместе с нами проехали сейчас на вахтовке, эту дорогу кто-то должен построить. А задача инвестора – построить сам проект. Ну, как вы видите, строительство находится в активной фазе. А уже, так сказать, назад пути нет. Сейчас мы начинаем воздвигать стены. Они начинают расти над горами. Выше гор получаются стены. Мы планируем довольно сжатые сроки по сравнению с другими проектами его закончить. И в середине 2022 года стройку закончить полностью. Спустя некоторое короткое время выйти на проектную мощность. Как муравьи, да, которые носят и делают свое дело, воздвигая тот муравейник большой, который целый-целый. Кажется, что каждый муравей делает что-то свое, а на самом деле он совершает большую грандиозную стройку. Я думаю, вы видите по нашей работе с Министерством по развитию Дальнего Востока, по вниманию которого Юрий Петрович Трутнев уделяет, что как раз эта координация, синхронизация осуществляется. И эти меры поддержки связаны в первую очередь с такими важными проблемами, которые сталкиваются наши инвесторы, это, конечно, инфраструктура. Потому что территории очень большие, мало заселенные, мало дорог, линий электропередач, авиасообщение очень сложное это. Наши коллеги с Минтранса, пока мы здесь на стройплощадке, сегодня обсуждают в аэропорту, как своевременно это все сделать для того, чтобы сюда прилетать не на часы, а можно было прилетать круглосуточно. Просто наша задача сейчас за краткий промежуток времени. Пойдемте дальше. Главная проблема – аэропорт ночью не выпускает. Ситуация напряжения стен и упадает. Да, да, да. Вот о чем мы с вами говорили, да. Эти перегородки на первом этаже, на втором, и в каждой группе получается. На втором еще более лучше состояние, на первом ужасно. Сегодня в первой половине дня мы проехали все объекты социальные, начиная от школы, вплоть до музея. И наша задача, конечно, помочь Забайкальскому краю. Привести в нормальное состояние социальную инфраструктуру Каларского района благодаря такому инвестиционному проекту, чтобы и для приезжающих она работала, и самое главное для жителей района. Вот это все ведем, вот это все, посмотрите, это все как бы, это выталкивает. Рабочие, да, мы их настраиваем, поддерживаем, но им тоже 32 года, то есть они очень старые. Главная наша социальная нагрузка, это, конечно, обеспечить занятость. Чтобы как можно больше людей с нашего края работало здесь, а не только вахтовики. И соответствующие потом доходы в местные и в краевые, ну и федеральные бюджеты для дальнейшего процветания и края, и всей страны. Человек, который смотрит на горизонт, у него глаза другие. У человека, который смотрит на горизонт, который видит дальше, у него другие глаза. Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Отлично! Часочки вот сейчас только. Может, споете что-нибудь? В зале мы здесь собрали, но не для потери. Мы сегодня пропоем про свои успехи. Молодцы. Ну все, пока вам. Спасибо, все.